Итак, друзья, всем привет. Решил сегодня записать Секиру. Очень давно меня не было, пропал из-за учебы. Возвращаемся, будем ебашить по хардкору. Сейчас посмотрим вступительный ролик и... начнем эту эпопею. Жопострадальческую. На закате периода Сенгоку. Япония была охвачена некончаемой войной. Пламя сражений все бушевало. Оно добралось и в горы, в земли Асина. А война окончена? На тебе в ногу, блядь. Эпично. Военачальника Тамуры больше нет. Мастер меча Исин Асина устроил кровавый переворот и захватил власть. В чем дело, бродяга? Тебе уже нечего терять? Вы только посмотрите. Впечатляюще. Пойдем со мной, голодный волк. В тот день молодого волка забрали с поля боя. Он упражнялся без устали и со временем действительно стал отличным синоби. Слушай меня, волк. Никогда не забывай кодекс Синоби. Я твой отец, и потому мое слово закон. Сразу за ним следует нихуя. С этого момента твой господин он. Защищаю его, не щадя своей жизни. Если он попадет в плен, освободи любой ценой. Ты ведь понял меня, не так ли, волк? Все. Ох, хуй знает, как у меня будет получаться. Секира очень сложная игра, прям очень. Прошло 20 с лишним лет с той поры, как Исин захватил власть и клан Асина. Находился на грани распада. Асиноби по имени Волк потерял все. И того, кто его усыновил, и мальчика, которого поклялся защищать. Начинается наша игра. Чё за тётя? Синоби. Откройте глаза. Ради своего господина. А чё он сидит тут на камнях, отдыхает? Сколько он тут просидел, интересно? Так, ну понятно, короче. Так, вспомнить управление. Прыжок.
какое-то письмо. Блин, не прочитал. Чуть я бегать не могу. Так, насколько я помню, сюда не надо плыть. Я пытался играть в Секиру, пройти ее, потому что я очень люблю игры этих разработчиков. Все соусы, Bloodborne. Но Секира что-то мне прям жопу разорвал очень сильно. Так. Тут небольшое обучение будет. Миха... Так, подожди, что у нас крестик-то, блядь? Ну, первая смерть. Да, такова жизнь, таков Секира. Блядь, загрузки. Сколько ж мне придется тут вырезать всего? Это, знаете, это будет у меня такой челлендж. Пройти Секиру обязательно. И научиться монтажить. Иначе я никогда не возьмусь всерьез за монтаж, а вот эта игра меня просто заставит научиться. Так, что? Крестик, это какая кнопка вообще? Вот. Отойти от стены тоже крестик. Скрытность. Присев на прячусь в кустах или передвигаясь под полом. А так, это понятно. Типа мы... Дохуя не... А тот синоби на дне колодца... Мы его не связали, не заковали в кандалы. Ничего не сделали. Это никого не беспокоит? Абсолютно. Он мало того, что без оружия, он полностью утратил волю к жизни. Он трус, и волноваться о нем не стоит. Вот как. Так, что тут у нас? Слушай. Луна сегодня особенно ярко освещает лунную башню. Божественный наследник, наверное, опять читает при лунном свете. Да, пожалуй. И все же заточить в плену ребенка мне его жалко. Согласен. Но думаю, господина Генетира свои резоны. Так, ладно. Крадемся дальше. Какая-то странная херня с графикой, короче. Я пробовал записывать. И... На записи графика хорошая. А когда я... Ой, тихо. Пацаны. Ветер, просто сквознячок. Ничего не случилось. Так, и короче, на записи... Ай, блядь, чего? Сука, такие тупые смерти, блядь. С этим управлением идиотским. Ну ладно, я просто не привык к нему. Интересно, откуда я сейчас начну? Ёб вашу мать, блядь! Пиздец, сколько бомбежек будет. Ладно, ничего, сейчас я это слушать не буду. Быстренько пробегу. Я, правда, бегать еще не умею, но ладно. Сейчас максимально быстро прям. Вот такая вот заебочная игра, если никто не знает. Смерти тут просто постоянно и везде тебя поджидают. Так. Когда мне меч дадут? Я нихуя не помню, что тут в начале. Так. Сюда. Так, вот сейчас главное не напортачить. Вот, все, заебись. Прыжок, оп. Главное запомнить управление, чтобы по-тупому уж совсем не дохнуть. А то умереть я тут всегда успею. Вот, сейчас мне меч дадут, да? Это наш господин. Юнец. Что-то... Где удивление на его лице? Я рад, что ты пришел. Как давно мы не виделись, волк? Я пришел освободить вас, господин.
Ну тогда. Подними голову. Кусабимару, твой меч. Мой синоби. В соответствии с клятвой господина и слуги, ты посвятишь свою жизнь служению мне. Я повинуюсь. Так, Кусабимару, меч, дарованный вам Кура. Это реликвия Хирата. Ветви рода Асина. Блять, сколько слов, пиздец. Ну что ж, что нам надо? Верный волк, я вижу, ты ранен. У меня кое-что есть, что пригодится тебе. Это особая фляга с лекарством. Лечи им свои раны. Фляга с лекарством, это наш Эстус. Слушай, а потом после... Ты был сильно ранен? После чего? Ты не помнишь ту ночь? Нет. Хм. Нет, поговорим об этом. Сейчас нам надо выбраться из замка. Как скажешь. Под мостом через ров есть тайный проход. Он ведет... Ага, господин Иссин мне как-то о нем рассказал. Я прошу тебя найти этот тайный проход. Как только ты его найдешь, подай мне сигнал тростниковым свистком. Как раньше, помнишь? Как только услышу свисток, прибегу к тебе. Быстрый доступ к паре адметам. Что-нибудь еще? Под мостом через... Все понятно. Повторение пошло. Надо нам флягу на быстрый слот поставить. Фляга, все. Заебумба. Тут у нас ничего нет. Меч я тут не могу использовать. Блин, что же с графикой делать? Она такая мыльная в движении. Вот только ты встал, все очень четко и пиздато. Начинаешь двигаться. Все ужасно стрёмно просто. А, дрожжи, это тоже хилки. Так, кстати говоря. Дрожжи. И надо как-то флягу выпить. Я уже... и размытие выбирал. И что-то я только не менял. Нихуя не помогает. Так. Подхилялись. Ага, все, нас тут сейчас будут обучать бою. Ну-ка, иди сюда, блядь, щегол. О. Так. Отлично, ну пока очень просто. Пока просто максимально просто всех тут убивать. А потом начнется какой-то лютый пиздец, особенно на боссах. Таких сложных боссов, как здесь, я нигде не видел. Так, это куда нас ведет? А вот хуй поймешь, куда это ведет. Куда-то вниз, непонятно, что там. Ладно. Пойдем прямо. Иди сюда. Отражение атак. Ну-ка, давай. О, красиво. Спарировал. Ну, пока враги слабенькие, у них концентрация быстро выбивается. Тут такая механика, что нужно максимально парировать все удары противника, забивать им концентрацию и добивать их казнью. Так, давай. Примерно так. Но суть в том, что врагов будет потом очень много. У всех у них разные мувсеты. Двигаются... Далеко не все предсказуемо, и тяжело предугадать момент, когда тебе нужно нажимать кнопку парирования. Это куда ведет? Хер его просышь. Куда это нас приведет? Вот, бегать я научился, заявись. Ой-ой-ой! Чё это? А, это то место? Это я отсюда, по-моему, начал, да? Вроде бы как. А тут у нас что? По-моему, тут стояла та тетка, которая нам скинула
Какой-то конвертик. Ладно, пойдем дальше. Какой-то тут проход есть. Под мостом, что-то типа того. Так, ну у нас есть меч, мы никого не боимся. На все похуй вообще абсолютно. Даже с двумя сейчас попиздимся. Так, давай. Пацаны, по одному. Я пошутил про двух. Давай. Давай, давай, атакуй. Атакуй же, ёб твою мать. Получи пизды. Отлично. Ну, пока все очень просто. А вот дальше начнется пиздец. Так, подкрасться не могу. Ой! Ой-ой-ой! Так, давай. Давай. Давай, давай. Ты тоже давай. Все, замечательно. Никаких ништяков тут не валяется. Не люблю что-то пропускать. Так, тут можно куда-то карабкаться, да? Ну, пойдем прямо. Так, контратаки. О-о-о! Здорово, братан, первый военачальник. Давай, давай. Ай, блядь, больно нахуй дерется-то. Так, одну полоску ему сбили. У боссов такая фигня, что их несколько раз надо контратаковать. Все. Труп. А, получили дрожжи, ништяк, можем восстановить всех хпшек немного. Дойти бы до чекпоинта. И закончить нахуй эту серию. Не хочу ее делать долгой. Потому что непонятно, как тут будет графика. Надо перепроверить еще раз. Что будет со звуком. Потому что я заебался его просто настраивать. Тут слишком громкие эффекты. Музыка ебашит просто как... Я не знаю, как эти уебки на... Проезжающие на разъебанных машинах по городу. Так. Ип! Оп, цепляйся, хорош. Там внизу ништяков нет? Надеюсь, нет. Так, так, оп. Подслушать. Так, а как их? Как их? Ну хуй с вами. Не больно и хотелось. Это кто? Че за ублюдок такой? Не помню о таких мелких. Так. Тут надо будет свалиться, как я понимаю. Свалиться у нас на чё? На вот это. О! Еще дрожжи, заебись. Пока хорошо идем. Вроде управление запомнил. Где, блядь, чекпоинты? Эта дверь, я так понимаю, закрыта или нет? А похоже, что это и есть путь из замка вызвать. Да похуй, давай. Пойдем, мой господин. Быстро я. Наверное, половину тут скипнул. Волк, ты нашел выход? Теперь давай уходить отсюда. Да, господин. Подумать только, это единственный способ избежать проклятой судьбы. Так, ты что не скажешь? Куда мы пойдем, когда выберемся из замка?
Полагаю, первым делом надо перейти к границу Землясина. Или может лучше где-то спрятаться? Как думаешь? Как сами захотите. Как захочу, узнаю волка, господин. Идем же дальше. Так. А вот и Асин, да? Засада, блядь. Ну тут красиво, пиздец, конечно. Вот что за мыло, я не понимаю. Божественный наследник. Последний раз мы виделись на похоронах вашего дяди. А господин Генитира? И я? А ну стой, пиздюк. Еще я с ним расправлюсь. Спасибо. Предоставьте это мне, господин пиздюк. Ща попиздимся. Значит, благодарный синоби решил заступить... Чё, я не понял нихуя. Или благородный синоби. А ну иди сюда, ща пизды получишь. Перед тобой Генитира Асина. Так, тихо нахуй. А ну тихо, блядь. Ой! Опасно, блядь. Уху! Ай, все? Чего? Убью нахуй. О! Давай, 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 иди сюда, блядь. Щенок, блядь. Сейчас тебе батя... Ай! Пизда руки. Бумс. Блин, какие же все-таки пафосные эти движения. Смахивание крови с катаны. Это все, что может синоби. Божественный наследник пойдет со мной. А это что за шестерка тут? Поудобнее сяду. Боже, жопа устала. Еще и спать ела, блин, без вентилятора тут сижу, потому что мой микрофон просто такой гул записывает, когда вентилятор работает. Так. Какой-то хоббит. У них же мохнатые лапы. Какой сейчас, блядь, год? Что это? Итак, ты пришел в себя? Похоже, смерть тебе не грозит. Пока что. Так. Протез синоби. Протез, изготовленный резчиком. Копия человеческой руки, снабженная разными механизмами. Как тебя зовут? Твои глаза. Глаза волка, который не выполнил свой долг. Ну или так мне кажется. Это тебя не касается. Словно истинного сина. Слова, блядь. А ты делай то, что намерен. Так, спросить, как вы сюда попали. Почему я здесь? Я просто перетащил тебя сюда. Сам не знал, толком жив ли ты.
Все ж не хотелось, чтобы тебя собаки съели. Сколько я спал? Я нашел тебя уже довольно давно, ясно. И все же, твой господин еще жив. Его держат в плену в замке Асина. Скоро не воспользуются его кровью. Похоже, ты по себе убедился в том, насколько она ценна. Ага, спросите о вашей новой левой руке. Моя левая рука, что ты со мной сделал? Я называю это протезом Синоби. Подходящий клык для однолапого волка. Хотя статуи с ним вырезать неудобно, забирай. Протез Синоби. Это не просто замена твоей правой руке. Если ты найдешь инструменты Синоби, приходи ко мне. Инструменты Синоби? Понятно, для этого устройства. Быстро соображаешь. Принесешь инструменты Синоби, я приспособлю их к протезу. Тогда уж ты оценишь его по достоинству. Зря я так разболтался. Лучше иди. Кровь божественная. Что значит, они воспользуются его кровью? Я мало что про него знаю, разве что в нем живет наследие дракона. Так называют особую кровь. Эта кровь течет в жилах твоего господина. Значит, божественный наследник, за ним кто-то охотится. Возможно, то, что с тобой происходит, с ним как-то связано. Понятно. Хоть ты и странный человек, однако же бывали в этом храме и другие необычные гости. Один такой обосновался на просеке справа от ворот в храмовый двор. Два странника в странных обстоятельствах. Да, пожалуй, вы полазите. Где сохранение? Вот это, по-моему, сохранение. Ты видишь того Будду с добрым лицом? Это не мой. Его вырезал настоящий скульптор. Возможно, он поможет тому, кто противится своей натуре. Тому, кто что гложет изнутри. Противится своей натуре? Гневу, печали, может, памяти о давно ушедших днях. Таким чувством. Где, блядь, сейф? А, вот. Дрожжи, заебись. Все, на этом месте сохраняемся. Отдохнем. Это местные чекпоинты. Это местный протез. Да, в котором у меня пока ничего нет. Надо найти. Какая-то тетка. Я не помню, кстати. А, это она нам помогла. Но с ней будем пиздеть уже в следующей серии. Все, хватит. Давайте. Спасибо, что посмотрели. Я был рад с вами снова увидеться на моем канале. Всем всего хорошего. Спасибо за потраченное на меня время. И до новых встреч.